Послание Отца Абсолюта от 9 января 2022 года. Сотрудничество в пятом измерении. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня я хочу рассказать вам о том, на каких принципах будет строиться сотрудничество обитателей пятого измерения, занимающихся одним и тем же делом. Как вы знаете, субординации как таковой в этом мире не существует. То есть такие понятия, как начальник и подчиненный, останутся для вас в прошлом. На смену этому придет обмен опытом в различных видах деятельности. Но это будет именно обмен видением и пониманием самого процесса с учетом яркой индивидуальности каждого человека. Производственные споры и желание самоутвердиться за счет другого, что так свойственно людям трехмерного мира, станут уже невозможными, поскольку энергии, питающие эго человека, не смогут выжить в высоковибрационном пространстве пятого измерения. И все же некое разделение по интересам неизбежно. В соответствии с законом подобия, люди схожих вибраций, занимающиеся одним и тем же делом, будут притягиваться друг к другу, что позволит формировать некие сообщества, где между ними будут царить полная гармония и взаимопонимание. Так, например, в сфере воспитания и образования будут создаваться группы людей, специализирующиеся на работе с малышами и с детьми старшего возраста, которые, в свою очередь, будут делиться на группы с гуманитарным, техническим, музыкальным, художественным уклонами. И это естественно, поскольку узкая специализация позволяет человеку с головой окунуться в любимое дело, не растрачивая себя на то, что ему менее интересно, а значит достичь в нем совершенства. В пространстве пятого измерения ваше сознание, ваши способности не изменятся кардинально, они лишь усилятся, сконцентрировав в себе ваши сильные стороны. И произойдет это за счет того, что ваши возможности приобретения новых знаний невероятно расширятся, а высокие вибрации окружающего вас энергетического пространства, подобно божественным генераторам, будут постоянно подзаряжать вас, не позволяя снижать темпы вашего духовного и профессионального роста. Все будет происходить постепенно и незаметно для вас. Но чем больше вы будете совершенствоваться в своем любимом деле, делясь результатами своего труда с окружающими, тем выше вы будете подниматься по невидимым ступеням многомерного пространства мира пятого измерения. Мир творчества и безграничных возможностей самовыражения увлечет вас настолько, что вы уже не будете думать о своем духовном росте как о главной цели своего существования и о тех путях, которые к нему ведут. Вы будете преодолевать эти ступени роста естественно, без труда, легкой поступью идя вперед, туда, где вибрация еще выше, а значит, еще шире ваши возможности. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт «Возрождение».